26 и 27 августа с 12 до 18 часов все вместе устраиваем одиночные пикеты в поддержку Мухтара Джакишева. Мы их проводим не для властей, мы их проводим для народа. Для того, чтобы народ четко видел и понимал, что идет борьба за жизнь Мухтара Джакишева. На суде врач заявил, что не может гарантировать, что Мухтар продержится еще полгода. Поэтому наша задача сегодня бороться не просто за его свободу, а за его жизнь. Многие правозащитные организации и активисты поддержали акцию. Народ уверен в невиновности героя, поднявшего атомную промышленность Казахстана на мировой уровень. Это кто такой Джакишев? Вот этот? Джакишев – это известный профессионал-менеджер, который поднял промышленность Казатомпром на высокий уровень. Свободу Мухтару Джакишеву. Я хочу, чтобы Казахстан был свободен от политзаключенных. Последнее выступление Мухтара в суде произвело фурор. К сожалению, отсутствие правды зачастую приводит нас к тому, что мы принимаем решения, делаем свои шаги, согласуясь с чем угодно, но только не со своими внутренними убеждениями, не со своей совестью. 26 и 27 августа с 12 до 18 часов все вместе поддержим узника режима одиночными пикетами по всей стране.